Добрый день, мужской микс Циунда. Это новая одежда, мужской ассортимент без этикеток. Итак, рубашка М размер. Так, 50-й. XL. Это просто тонкая. Вот у нее есть небольшая байка, но она такая. Все равно она тонкая, тонковатая. 37-38 мужская, XL, термобелье большого размера, S, XL, XL, это лен 32-34, классные льняные штаны. Хлопок домашний, размер М, 36-32 на замке, плотные. Плотные, 2XL. Хлопок немножко на петле, не так, знаете, не совсем толстый. XS 34-32, 52 XL, это синтетика, спорт. 36-34 размер М, хлопок XL, S, S, XS, это джемпер хлопковый. Так, это большой размер, слаксы, я думаю, что они 34 размера. Здесь S-ка, это рубашка, а внутри футболка. Посчитана как одна единица. Размер S. 32-32. Легкий, это лен. 40 по вороту. XL. S. М. Тридцать четыре. Хлопок. XL. 3X. Хлопок. Размер S. Размер L. Здесь идет пижама, тонкие хлопковые штаны. Так, ну, знаете, мне кажется, что они 2X. А, даже 3X. Вот. Это костюм 3XL. 2X. М. L. Хлопковые пижамные штаны XL, 40-32, 4, они галстука посчитаны за одну единицу, как одна единица. Здесь еще одна рубашка, по размеру она S, видите, тоже есть футболка внутри. Посчитана как одна единица. Так, 2X. На болтах 38-32. XL. Здесь хорошая такая байка, плотная, размер S. 32-34. М.
эти плотные такие зимние штаны с 40-й. Эль. Синтетика. Боксер. XL. Размер S. 2XA. Размер S. На замке. А, так, 32. Хлопок. S. 40-32. XL. L. Сорок семь по вороту, 34-30, размер М, здесь есть байка внутри, размер S. Подробности об этом лоте смотрите в ссылке под описанием.